Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подвел итоги уходящего года в ходе заседания Совета депутатов. Заключительная сессия 2020 прошла 28 декабря в онлайн-формате. Вызовом этого года номер один руководитель муниципалитета назвал борьбу с пандемией коронавируса. Она заставила действовать на опережение. Было налажено массовое тестирование жителей. Организовано качественное лечение в медицинских учреждениях округа. Создан большой запас койко-мест. Глава отметил, что ситуация продолжает оставаться напряженной. Несмотря на солидный запас ресурсов, расслабляться не стоит. Наиболее важным из реализованных в округе проектов Андрей Иванов назвал открытие после реконструкции поликлиники номер один в Одинцово. Строительство социальных объектов останется центральным направлением и на 2021 год. На этот раз оно будет реализовано в сфере образования.